Всем привет, это Мисс Шепард, это Mass Effect Andromeda. Это у нас серия будет посвящена полностью спутникам. Нашим напарникам, любимым, горячо любимым. Так, пойдем. Сначала пойдем за Хавкой, или зачем-то нас там посылают. Там, кстати, на Ае еще есть какое-то задание. Заодно и его выполним. Там не то, что сколько задания, просто вернуться что-то кому-то. Поэтому надо все очень быстро сегодня сделать. Ты что делаешь, скажи мне? Свидетели. Безопасные путешествия. Это вообще откуда вообще все взялось? Ну ладно. Мне не нравится, что на Ае вот ты отсутствовал хреново тучу времени, откуда появляются задания. При том, что я человек, который по-любому их выполнит. Просто как-то это не понимаю я. Ладно, пока мы здесь, давай вернемся к этому. Кто это, правда? Так, сейчас. Знать бы еще как вернуться, было бы прекрасно. Лабиринт Ай — это вид искусства просто. Марика — это техник, да? Всегда рада вас видеть, перепроходец. Поисковое судно все еще не вышло на связь. Как ваши поиски попавших спутников? Ваши люди поймали подальщиков от порта Кадары, когда те крали спутники. Произошла стычка. Ваши проиграли. Я послал их туда, и вас тоже подверг риску. Эти падальщики ангара? Ваши изгои снова охотятся на нас? Нет, но они были с Нексуса. Господи, ну не тормози же ты так. Они разобрали наши спутники на части. Инициатива должна исследовать, а не красть и убивать. Зачем... Вашим людям понадобилось красть, что защищает нас всех, убивать тех, кто пытается помочь. Иногда чаще всего люди творят зло, они больше никому не причинят вреда. Это не вернет нам того, что мы потеряли. Может, все остальные правы, может, вы не лучше кетов? Эти падальщики покинули инициативу точно так же, как и ваши дезертиры. И мы тоже их ненавидим. Оставьте себе то, что украли ваши люди. Я не буду больше с вами разговаривать. Обидел, господи. Мне жаль, что так некрасиво вышло. Но есть плюсы, останки их спутников нам очень пригодятся. Это, конечно, не лучше, что там обещал. Извиняюсь, что у меня прям это рвет глотку ужасно. О, господи. Откуда это взялось? Просто скажите, откуда? Так, ладно. Как-то вот так, наверное, сделать. Просто еще на это тратить время. Так. 22 метра. Так где, здесь, что ли? Маша сказала, что ты хочешь поговорить со мной о кетах. Расскажи о них.
Они только-только появились и как раз летел на частном челноке к Войлду. Нам сообщили, что космопорт закрыт. Служба безопасности потревожилась из-за кетов. Нам предложили приземлиться на Луну и переждать. Но капитан предпочел повернуть обратно, сказал, что у него дурное предчувствие. Только потом мы узнали, что сообщение послали кеты. Капитан нас спас. Когда это случилось, ты, видимо, был еще совсем юн. Я был достаточно взрослым, чтобы понимать, что жизнь уже не сладка. 108. Так, ладно, лучше сразу к дальнему отправиться. Послушать эти душещипательные истории. Так. Маша сказала, что ты помнишь о появлении кетов. Один из них прибыл с щедрыми дарами в наш город, на Хаверле. Мы все высыпали на улицу, чтобы посмотреть... Пиздец. Проходит мимо, он оставался и присел передо мной. И сказанное им до сих пор тревожит меня. Юноша, тебя ждет великая судьба. Теперь понятно, почему вы так нервно отреагировали на мое прибытие. Увидев, как ты идешь с Паран по нашему городу, я надеялся, что охранники тебя пристрелят. Я больше никогда не поверю чужакам. Вот как бы субтитры, они неплохие в этой игре. Но тут есть... Периодично, либо орфографические, либо какие-то неправильно постановка знаков препинания, и ты сидишь, понять не можешь, как это вообще прочитать, потому что это, ну, вообще... Блин, как туда попасть вообще? Ой, боже. Дайте телепортнемся. В этих лабиринтах ходить мне нет желания особо. Так, это в ту сторону. Окей, недалеко. Маш сказал, что ты помнишь день встречи с кетами. Старый друг моего отца был избран послом Уэлда до встречи с кетами. Перед отлетом он по-братски обнялся с папой. Обратно кеты прислали лишь его значок и географическую запись, которую мне не позволяли смотреть. Я была слишком юна, чтобы понять, что все так испугались, и почему моим отцом овладела долгая скорбь. Представляю, насколько все это было страшно для ребенка. Сильнее всего меня пугала беспомощность в глазах родителей. Наши лидеры были напуганы, сбиты с толку, страх сковывал их волю. Того кеты и добивались. Они попытаются обмануть и вас, будьте начеку. Ну, спасибо за... Ой, господи, так не сюда. Как же это сложно. Так, киновечер. Чё мне тут купить-то надо? Чё-то купить надо. На рынке, ай. Обычно вот эти все нужные ингредиенты где-то внизу лежат. Вот это что ли? Вроде бы все. Вернуться с припасами к Джалу на бурю. Так, окей. Смотрим. Есть ли тут еще что-то? Задачи или... Ну, собственно, тут, если нет, то... Поэтому возвращаемся и идем дальше. Так, телепорт. О, блин. Так, телепорт.
Телепорт. Пойдем. Сейчас можно, кстати, ненавистную мне Кадару полететь. Так, надо сейчас посмотреть, короче. Ай, отстань от меня. Так, Войлд, союзники отношения, Гил, Кора. Это, кстати, все на одном месте, что облегчает вообще. Так, Кадара. Так, Ветра. Так, Кадара. Так, Аджал у нас. Хаварн. Можно, кстати... Это чё? Смотрите обломки кетских кораблей на Эладене. Ох, если останется время, пойдем. Так, пойдем Джал. На Хаварн. С возвращением. А, нет. Не за что. Ой, тут еще образовались у нас несколько систем, но это все потом. Мы должны успеть выполнить это все. Это, в общем, кажется нереальным немножечко, но... Но это мы выполнять тоже не будем. Потому что я вообще без понятия, как это выполнять. Но манифест The Aquarius, как они там называются. Там вообще я не знаю, что... Я в первый раз его выполнить не смогла, потому что... Он раскидан по Хаверлу. И я хрен знает, как его вообще искать. А тогда я очень тщательно обходила. Я могу сказать, а очень тщательно играла. Это сейчас я, в принципе, на побочные... Целый раздел побочных просто забила. Так. Ну и где это? Прямо здесь, рядом. Не лените. Так. Господи. Что с тобой, скажи мне? Ох уж эти глюки, это просто. Так, наверх. Как ее колбасить-то сразу стало? Хаварла-то... Челнок. Джал, Джал. Постой-ка, плохие новости? Нет, просто первопроходцу захотелось посмотреть, где я вырос. Райдер, это моя истинная мать, Сахуна Амадаров. Рада знакомству. Я знаю, что Ангара не любит обниматься. Или любит. Джал рассказал мне, как он с тобой познакомился. Серьезно. Он мой любимчик, умный, верный, добрый, стреляет хорошо, стихи пишет, вышивает. Мама. Я опаздываю на собрание членов сопротивления. Твоя мать состоит в сопротивлении? Yes. Да, каждый ребенок у нее любимчик. Everyone,
Ребята, познакомьтесь, это Сара. Привет. Смотрите, кого Каркин привел. С возвращением. Именно здесь я в основном и вырос. Я и моя сестра Каана, моя кузина Эта, мой брат Финн, потом еще Бавсит, Ролло. Как хорошо. Чао, привет, привет. Ты хочешь с кем-то познакомить? Ого, уютно. Нам нравится так жить. Может, покормишь нас настоящей едой? Рад видеть. А вот и моя комната, мое маленькое убежище. Ты, должно быть, мечтаешь о собственном доме побольше. Иногда, наверное, неважно. Это навсегда останется моим домом. О, нет, кто-то сюда... Куда это все... Кто это положил? Чертежи? Это... Когда мне было 7 лет, тетя украла для меня оружие кетов. Я его разобрал, чтобы изучить. Это Каркин был? Ручной Каркин. Алфит. Он умер, и я его тоже разобрал. Чтобы изучить. А почему бы им нет? Я не показываю такое людям. С тобой мое сердце поет. Я хочу, чтобы мы были вместе. Ну, я как бы готовилась эту всю игру к этому, поэтому да. Да, было хорошо. Да. Я тобой восхищаюсь. Позволь мне показать кое-что еще. Приляг. Да, конечно. Какая красота. Это ты сделал? Давным-давно. За точность не ручаюсь. Это больше похоже на мечту. Еще одна вещь, которую я хочу разобрать и понять. Ах, Джал. И теперь у меня есть кое-кто, с кем это можно разделить. Моя мама тебя обязательно полюбит. Прости. Не, ну, кстати, очень даже забавно. Так, ну, собственно, мы не будем задерживаться и пойдем на бурю. Да. У нас этих мелких заданий просто пруть-пруди. Поэтому... Да, на бурю. Пошли. Покидаем Хавард, мостик свободен, перепроходец. Будет следующий. Наверное, Кадару лучше оставить на... Ой, отстань, пожалуйста, от меня. Вот это вот попозже. Так. Блин. Нет, ладно. Это в конце серии сделаем, если уж так надо им. Так. Ну, давайте тогда... На Эос, там у нас целых 3 задания. Так. Эос. Да, Эос. Да.
всего-то? Дайте тогда что здесь. Лиам. Кору тоже давно не брали, поэтому пошли. Пошли, пошли, пошли. Coordinating. Path is calm. Путь свободен. Так, куда нам? Так, 70. Будет круто. Поэтому готов вас принять. Мы также готовы перепроходить. Одевайся полегче, будет жарко. Как тебе удалось все это устроить? Так совсем немного уже. Не нужно мяч ровный участок земли. Мы раньше... Сначала я думал, что о таком будет немного неприятностей. Захотелось попробовать что-нибудь совсем простое. Как ты думаешь? Так, я надеюсь, что запись идет. Так, Лиам, а ты как думаешь? Так, а почему так скромно? В командах много игроков, а зрителей почти нет. Можно было устроить все масштабнее. Слишком... Это все не ради зрителей. Это вопрос жизни и смерти. Просто потому, что мы хотим, только это важно. Я этого раньше не мог понять. Я был тем, кто реагирует на обстоятельства, бегает одной чрезвычайной ситуации к другой. После всего, что я увидел, оказавшись рядом с тобой... Ну, изнутри. Дело... Следи за игрой. Штрафной удар. А кто-то не играет и наслаждается компанией. Что? Ты чертовски полезен. Хорошо, что ты у нас есть. Да уж, точно. И ты тоже, Райдер. Иногда козлишь, конечно, но в роли первопроходца. Но благодаря тебе... Замена, хочешь поиграть? Иди, я не очень хорошо играет. Да играй ты чё? Да, перепроходцу стоит засветиться на поле. Пошла поиграть. Не оставай, Коста. Даже не надейся, я редкостный растяпа. Как-то странно, ладно. Так, у меня тут сбился... таймер, потому что мне позвонили. И поэтому мне пришлось его полностью сбить. Так, последняя воля. Гилброди. Давай, Гилброди. Так, это сюда, да? Что-то как-то все подтормаживает, мне это не нравится. Но, ну ладно, пусть будет. Не так критично. Я просто не знаю, все ли я закрыла, когда начала записывать. Но здесь как-то непонятно, торможение вообще происходит. Ладно. Хорошо, что ты здесь. Ага, ну слушай, у нее будет всего пару минут, только не обращай внимания на ее поведение. Она занята увеличением численности населения, отключает блокады колонисток, называет это поднятием теста. Она пытается и тебя во все это втянуть.
Именно этим она и должна заниматься. Просто серьезно относиться к своим обязанностям. То есть это тебя не беспокоит. Меня-то это никаким боком. Я просто физически не могу родить. Я вам не мешаю? А, Джилл, так раз ты вовремя. Это... Притормози, я помню, как звала в гости. Приятно познакомиться, Райдер. Знаю, у нас много дел, так что... Задам всего один вопрос. Хочешь поднять мое тесто? Хочешь попробовать отключить мой блокиратор фертильности? Нытик, вижу, слава богу, мне бежит впереди меня. Но вопрос другой. Что ты с ним сделал? Он вроде как даже повзрослел. Он даже научился вести серьезный диалог без издевок, если только я не начну ими сыпать. В чем твой секрет? Я тут ни при чем, это все он сам. Полная чушь. Это определенно твое влияние. Ты думала, что знаешь меня, но я сильно ошибалась. Как скажешь. Ладно, а теперь проваливайте. Была рада познакомству, Райдер. Аналогично. Так. Это кто? Техник Дэнни. Ну, в общем, то, что здесь у нас... Так, Кора. Дайте мы телепортнемся сразу. Чего? Интересно. Ладно. Блин, да ты издеваешься или чё? Чё-то я не понимаю в этой жизни. Так, подожди. Это с какой стороны? Как бы, я понимаю, что я вроде как... Понятно, это с той стороны. Интересно. Тогда мы здесь телепортнемся. Потому что от этого вот пешком ходить в каждый день, не, это не про меня. У меня времени столько нет. Так, 500 метров. Андромеда это самая неадекватная игра. Она либо вообще не тормозит, либо начинает ее. Блин. Ладно, добежим как-нибудь. Вместе с Корой. Давай, 300 метров. Давай, трусой. Чё-то как-то прям совсем перебор. Ну ладно. В этом состоянии... Недолго. Ты серьезно? Откуда они взялись? Вот мы на месте, готово. И где же твой загадочный проект? Недалеко.
Преобразователь почвы, не терраформер реликтов, конечно, но может превращать соленую грязь во что-то толковое, хотя бы добавить семена, дождь и сад готов. Верно, ты же хотела собственный сад. А это уйдут годы. Может быть, я и не увижу, что вырастить. Но это ничего. Азарий мыслит в столетиях. Сделай фундамент, потом отойди в сторону. Возможно, вырастет что-то, что удивит даже тебя саму. Моим фундаментом был тренировка первопроходца. Я получил целую галактику возможных направлений. Чужой план мне не нужен. Только хорошее начало. Первые семена для сада. Сад, посаженный другом. Что сажаем? А какие у нас тут семена? Пустынные травы и цветы со всего Млечного Пути. Таких оттенков, что у нас даже не для них нет названия. А когда они подготовят почву, будем сажать розы. Когда-нибудь это случится. Готово? Раз, два. Так. Кора. Так, что у нас по заданию? Союзники, отношения. Осталось Пипе. Давайте вот это вот сделаем, чтобы оно нам просто не мозолило мозг. Так, а для этого теперь надо... Долблюсь, не вижу... Да... Просто думаю, что, в принципе, хватит нам времени, поэтому будем считать, что вот это вот задание с кетами, оно не здесь. Что оно просто антураж просто портит. Давай быстрее, пожалуйста. Hello. Здравствуй. Так. Аладан. Смотрите обломки кельтских кораблей на Аладане. Вот это вот прям так вовремя. Просто... Ну нахрена? Скажите мне. Реально антураж портит. Тут такие, блин, виды, такие разговорчики. И это говно в виде кетов. Блин, можешь меня спустить, пожалуйста? Вот это вот.
хватает она. Давай, давай. Давай. Где мы приземлились? На тучанке, что ли? Хотя, да, ванпост, по идее, здесь, наверное. Так, чё, куда? Так, это... Давай сюда. Так. Где моя тачела? Ну, да, разберешься корабль, который мы ищем. Кеты убивают других кетов? Думаю, нам стоит вмешаться и внести там порядок. Ну, конечно. Кто же еще-то? Блин, какой ж ты... На месте стой, а! Люблю тишину и покой, смотреть территорию. А, как обычно. Блок данных. Что это? Похоже, это кетский блок данных. Здесь могут быть самые различные данные. Мы сможем прочесть эти данные, Сэм. Устройство заблокировано. Когда блокировка тебя останавливала, Сэм? Давай взломай эту штуку. Теперь проходит. Это не просто блокировка. Мы раньше не сталкивались с кетскими устройствами такого уровня. Предлагаю доставить его на бурю и его дальнейшего анализа. Я уверен, Сови что-нибудь придумает. Как бы, ладно. Так. Теперь надо на буре. Срочно на буре. Так, и нам останется ветра. Ветра и Пиби. Да, буря. Там, скорее всего, уже было полчаса, да, наверное. Значит, мы уже полчаса почти тоже играем. Надеюсь, сейчас мы, наверное... Так. Ладно. Давай. Давай, говори свою информацию. Невероятно, это кто-то из кетов сражается со своими? Кеты всегда казались монолитными. Монолитной массой, почти безликой. Таких конфликтов было бы побольше. Я не стану плакать, если они друг друга перебьют. Чем бы они ни занимались, но остаются неуникальным, удивительным биологическим видом. Я не могу всем этим желать смерти. В любом случае, устройство найдено на уничтоженном корабле кетов. Это закрыто биометрическим замком, который можно открыть только конкретным генетическим кодом. Что-то вроде проверки отпечатков пальцев только по генотипу. Точно, ясно одно. Это предназначалось для доверенных лиц. Значит, мне нужно будет найти какого-то кета? Боюсь, это невозможно, Райдер. Помнишь, что генетические образцы кетов, что удалось просканировать на Войлде? Лекси анализировала данные, у меня только что появилась идея, что можно сделать.
Нужно будет поговорить с ней, когда выдастся минутка. Так, давайте мы это потом. Давайте. Сейчас я все-таки пойду по своим делам. Так, давайте как бы ветру. Пойдем по части ветры. И заодно пипи-то, по-моему, на одном и том же. Да, Катара. Я понимаю, что важность Кета это действительно нужно, но... Давайте потом. Прогулка по планете. Ну давай уже. Так, и куда? Сюда, что ли? Окей, как бы. Так, это куда? Так, давай. Издеваешься, что ли? Я только что же ездила. Так, ты готова? Да, верно. Отсюда открывается чудесный вид. Мы еще не на самом верху. Идем, устроим гонку. Гонку? Вверх по скале? Меньше болтай, скорее карабкайся. Пошли, перпроходец. Без жульничества. Ну? Игра, ты прямо издеваешься надо мной. Попробуй. Гордыня предшествует падению. Нет, я не буду жульничать. Having fun?
Тебе весело? Я же говорил, что покажу тебе. О, ты мне целиком и полностью показала. Ого, вот так все будет? Нет, лучше. 14 месяцев я боялась, что совершила ошибку, прибыв сюда и еще сестру притащив. Больше я не боюсь. В этот день я поднялась на бурю, и это оказалось самым правильным решением в моей жизни. Путешествие, от которого дух захватывал, да? Я бы ни на что бы его не обменяла. Так, а вот сейчас меня смущает Пиби, потому что, я надеюсь, не начнется задание, потому что как-то просто поговорить. Окей, да блин, как же это раздражает. По идее, не должно, поэтому все должно быть хорошо. Так. Поговорить в Пиби в баре на Кадаре. Открой дверь, пожалуйста. Ой, боже мой, так. Может, как-нибудь телепортнуться можно? Я... Так, вроде бы иду правильно, кстати говоря. Ну, окей. Ты мой лучший друг. А, Райдер, я хотел тебя познакомить с моим новым лучшим другом. Так, как тебя зовут? Сэмрик. Да, точно, Сэмрик. Очень много существует из-за кражи ПОК. Сочувствует. Он раньше работал с Калиндой, так он знает, где собирается вся команда. Тайные норы, убежища, все такое. Выходит, Сэмрик у нас вроде почетного гостя. Он пока вряд ли это понимает. В общем, спасибо за выпивку, за добрые слова, но... Калинда не одобряет, когда обсуждают ее личные дела. Она мне здорово вломила, когда выгоняла из отряда. Добавки я не хочу. А ведь есть опасности ближе, тебе не кажется? Ты пережил недовольство Калинды, но не представляешь, что может сделать Райдер. После того, как нам все расскажешь, еще от Калинды дополнительно получишь. Так зачем так дополнительные проблемы? Ладно, ладно, черт вас, не умеет вы играть честно. Спасибо, Райдер, теперь он нам поможет. Я узнаю, где мне искать ПОК. Отправиться по указанным координатам на Эладдане. Я как понимаю, это... Задание... Так, ладно, сейчас поговорим. Что? Знатная была драка, а? А, это еще про ту драку. Удивительно, что он тогда еще не пускает. Шутишь, мы тогда теперь местные легенды, и Юми должна нас даром угощать. Веселись в меру, знай. Рановато. Так, ладно. Думаю... Ой...
Блин, и правда какие-то замки здесь. Как будто она их реально взламывает. Вернуться на бурю. В принципе, мы управились. Что у нас там написано? Отправиться по указанным координатам на Ладане. Ну, я думаю, это будет связано... Не думаю, что там прям что-то... Это будет на следующий... На следующую серию. Так, а что у нас тут? Сад. От Кора. Спасибо еще раз, что ты со мной... Знаешь, растения, которые мы сажали, Тирал Ажана, вода в ладонях, рядом с Раноха, родом с Раноха, Ирсал, обычный цветок Стесси, который пахнет медом, лиловое кружево, которое растет на Иден Прайм, и еще всякие разные, Кора. Лекси. Райдер, после нашего последнего разговора мы с Сэмом решили, что стоит поподробнее ознакомиться с историей развития искусственного разума, чтобы лучше понимать позицию друг друга. Очень полезно как найти взаимопонимание, так и обозначить разницу между Сэмом и Геттами. Геттам не нужны были аквариансы, чтобы выжить, а Сэм не сможет существовать... осуществлять свои основные функции без пропроходца. Мне по-прежнему не нравится способность Сэма остановить твое сердце, но теперь хотя бы не боюсь того, что он будет забавляться с твоей жизнью. Райдер, спасибо за возможность появляться, повидаться с семьей и за твое участие. Должно быть, это не очень удобно человеку, семья которого не столь велика, но тебе удалось скрыть свое неудобство. Как же прекрасно услышать от тебя слова признания, слова взаимности. Счастье переполняет меня, но вместе с ним испуг и волнение. Как такое вообще могло случиться, что ты пришла в мою жизнь из другой галактики? Едва могу поверить. Весь твой дорогой Джал. От Сахуна. Слышала добрые вести от Джала от вас с ним и ваших отношениях. Вести и правда добрые, но должна предупредить вас, есть те, кому подобное не придется по душе. Забудьте о них и не уделяйте им большого внимания, чем я. Я того много испытала испытания, и это бесценный дар, призванный разрушать границы. Не могли бы вы прислать мне мою медкарту и краткую автобиографию, как только получится? Ага. Вы любите пироги, Сахуна? Я раздобыла несколько человеческих кулинарных книг Земли. К моему стыду, другие матери не оценили бы всю пикантность нашей вашей кухни. Надеюсь, вы любите пироги. Сахуна Амадаров. Так. Сейчас мы пойдем. С Лекси поговорим. Лекси. Заодно, наверное, со всеми придется поговорить, потому что мы, в принципе, кроме Пиби, со всеми поговорили. Так, это Кора. Давай поговорим. Hi there. И чё, ты ничего не скажешь? I'll be here. Ну и ладно. Не больно-то хотелось, так, ладно. Да, блин. Так, кухня, кстати говоря. А где у них тут? Вот есть где-то... Как бы... Как это сказать правильно-то? Они тут переписываются между собой. Но я фиг знает, где это находится. Вот, модуль... Ой, твою мать. Перепутала. Можешь выйти, пожалуйста? Выйти, говорю.
Я сейчас даже не знала, что у меня такое есть. Ну, давай побыстрее, а, господи. Блин. Блин, вот случайно нажала. Теперь время на это потратить минут 5, наверное. Потому что она загружается, кстати. Но это же считается что-то из меню мы, типа якобы. Понятно. Принято сувит данный тут, но я пока не понимаю, что ты надеешься найти. Надеюсь, у тебя все разработано. Да, конечно, я с этого и начала. Отлично, Сэм, ты можешь попробовать разные комбинации, чтобы открыть замок. Проверяю. Идет на пролом, доктор Анвар. Это проверенный способ, а если помнить о вычислительной помощи Сэма, то времени много. Не по... Ключ найден. Ого, мы думали, что будет что-то вроде дневника, а это... А с нами только что связались. О, черт, выключай. Кто знает, это делает. Устройство действует как приемник. Он не раскрывает нашего местоположения. Это аудиосигнал. Архон отступил от наших заветов, отверг традиции и нарушил правила. Он забыл о своих обязанностях, стал одержим тайнами реликтов. Из-за него мы отрезаны от Родины. Так не может продолжаться. Или он вернется на истинный путь, или будет уничтожен. Клянусь, Архон силен, но до тех пор, пока мы поддерживаем его. Кому-то очень не нравится Архонт. Коллективистское общество должно плохо относиться к любым действиям против его большинства. Изоляция кетов должна была вызвать недовольство. Они чувствовали себя покинутыми. Кеты покинутыми? Некоторые чувства свойственны всем. Думаю, можно либо отследить сигнал, либо просканировать координаты. Я передам их на инструментарий, вдруг будет возможность. И с чем мы там столкнемся, я не знаю. Может быть, там целая база десантов, которая варящий заговор против Архонта. В любом случае, действуем осторожно, Райдер. Опять Эос? Серьезно? Ладно, пойдем сделаем это. Чтобы оно не висело. Не очень. Просто люблю, когда что-то висит. Это раздражает. В принципе, время нам вроде как позволяет, поэтому я сделаю. Кадара, 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 да. Система Пифей. Здесь Эос и Продмос. Раскол в рядах. Отслеживаю, путь свободен. Куда это?
Где-то тут. Просто реально не люблю, когда остается что-нибудь. Типа, блин, настолько. Серьезно? И чё? Блин, где? Нет, это куда-то вниз. Я, короче, не понимаю. Ух, что навигация в этой игре, которая еще и ломается, это просто хочется иногда вскрыться. Потому что ты из-за этого хрен что найдешь. Я не понимаю. Опять сейчас злиться начну, потому что это время тянет. Planet after planet wears tech down in different ways. I usually end up walking. Господи. Игра, что с тобой сегодня такое? Хотя это уже второй день подряд длится. Что-то гадаться, куда ехать. Я не знаю, кто это может. Ресурсы с ресурсами, да. Трофеи с наших аутпостов и спасательная капсула с ковчега. Откуда это? Черт, что ты думаешь, они могли? Нужно просканировать поблизи. Ненадолго спрячемся от солнца. Какого солнца? Оно вам... Ай, ясно. Они, может, рассчитывали, что это задание должно было быть сделано еще до того, как я очистила планету? Блин, как же это бесит. Так, ладно. Я ж по-любому была здесь. Вот координаты. Сови передала, что здесь ничего нет, только маяк. Наверное, это промежуточный узел. Кто бы это ни делал, они что, барху. I'm...
Я Инквитер, один из вариант, вариант впечатляющие рефлексы. Диране R11, Алор, требуется помощь. Не знает, где находится, избавиться. Надеюсь, остальные кеты не такие. При проходе нашел еще один узел в этой сети. Передаю информацию на твой инструментарий. Там контейнер какой-то. Так. Это же не здесь или прям здесь? Ну нет, как бы. Так, ладно, переместимся. Я уже пожалела, что взяла это задание. Ну что поделать? Наверх. Ёб твою мать. Наверх это будет тяжеловато. Потому что это далеко не мака. Поэтому я не знаю, как подняться. Что тебя оттягивает, а? Не ври. Не бери, пожалуйста, ты все прекрасно можешь, когда тебе надо. Че-че? Ой, я как-то... Нет, смотри-ка. Ой, как все мылит-то. Ужас-то какой. Посмотрим, куда нас приведет этот маячок. Так. И чё? Опять шарады. Что? Ой, как это утомляет. Так. При проходе нашел еще один узел в этой сети. Передай информацию на твой инструментарий. Сколько можно? Можете спросить, а? А, они еще и сделали специально, чтобы я не телепортнулась. А я телепортнусь. Потому что я не хочу, чтобы что-то оставалось уже, поэтому эту лабуду надо сделать. Надеюсь, эти гонки уже... Хотя бы есть навигация. То вот без навигации как-то было вообще грустно, я бы сказала. Без навигации найти в этой... В этой игре вообще невозможно. Реликты изменили ландшафт. Кстати, интересно. Забавненько. Дюны прорыва. Ну да, конечно.
Я что-то ни хера не вижу просто, поэтому. Ай, ладно. Моя команда и так справится, поэтому. Да ё-моё, в чем ты застрял? В смысле? А как мне пройти? Что-то новое. Ну ладно. При проходе я нашел. Да сколько можно-то? Да бесить уже начинает просто. Блять. Где ты увидел тут нахер? Где? Кто на меня нападает? Скажи мне. Это задание что-то меня уже бесить начинает. Наконец-то. Обычно такие задания, ну 2-3 каких-то дурацких маяка. И все. Сколько уже 4-й? Ч, долбанулись там что ли совсем? Ёб твою мать, а как туда попасть? Да срала я на это все. Здесь сигнал передачи сильный, без помех перепроходится. Да, и тут всякая жопа просто. Тут вместе с этими, что ли? Хотя нет, не похоже. Вместе с реликтами. Я ни хрена не вижу, поэтому. Как вы меня бесите? Все или не все? Что у меня зрение минус 100. Поэтому я ни хрена не вижу, кто на меня нападает, чё нападает. Оно еще и тормаживает. Возможно, мне просто что-то еще работает, поэтому. Консоль. Окей, консоль. Ну, знаешь ли, я очень похожа на консоль связи. Наверное, отсюда исходит то сообщение. Это оно? Вот ты и здесь. Поведение перепроходца довольно просто предсказать. Теперь я понимаю, твоя решительность поможет Кетам отправить этот галактикой. Это мы еще посмотрим, сволочь. От этих жестов никто не выиграет. Конфликт между нами неизбежен, но не близок. Я выставил себя предательницей не просто так. Я надеюсь на обоюдную пользу. Избавишься от Архонта? Одержимость Архонта реликтами порождает хаос и ставит под угрозу наши первоначальные планы. Нужно с этим покончить. Я так понимаю, нужна моя помощь. Я Кет, помощь мне не требуется. Я использую тебя как инструмент, чтобы ускорить падение Архонта. Мне нужно лишь убедиться, что ничто не стоит между тобой и твоей целью. Если избавиться от него, о реликтах можно будет забыть. Мы завершим свою работу и уйдем. Вознесение? Нет, спасибо. Кто-нибудь, вы станете частью семьи, пока вы же сражаетесь как нужно. Но я предлагаю передышку, чтобы легче было уничтожить общего врага. Соглашайся, нам любая помощь пригодится. Нам нужна помощь, Жулика, Кета. Подумай, малыш, не глупи. Почему ты против Архонта?
Архонт планирует завоевать это скопление с помощью меридиана, говорит тот, принесет нам победу. Прежде мы прекрасно побеждали без реликтов. Нет, он жаждет большего, его амбиции очевидны. Не одна я так думаю. Что именно я получу от этой сделки? Как-нибудь Архонт призовет меня, чтобы тебя уничтожить. В этот момент я могу тебя обездвижить, мой корабль. Но ты можешь и просто оставить меня в покое. Если ты не справишься с Архонтом, мое предательство станет явным. Умно. Давай. Хорошо, я пойду на все, что может убить Архонта. При нашей следующей встрече я отключу защиту от корабля и дам тебе использовать специальный код, чтобы обездвижить его. Я передала код на консоль в этом помещении. Я прощаюсь с тобой, перепроходец. Мы разговаривали в последний раз. Ну, короче, как бы все. Вот это вот мы все делать не будем. Так, где мы... Где... Буря. Пошли на бурю. Так. Пойдем на бурю. Выход из атмосферы. Все в норме. Так. Что у нас тут? Hello. Да, привет, привет. Чего? В смысле? Что-то здесь как-то... Ой, ладно. Как-то они странно формируются. Так, Кэлла, ты не хочешь со мной поговорить? Так, до встречи. Просто пока есть возможность, я с ними пытаюсь сейчас со всеми поговорить. Серия будет, скорее всего, затяжная в этом случае. Опа. Сейчас, ладно. Так, с какой же тебе, Лиам, стороны подойти, чтобы можно было поговорить? Кто это дебил это делал? Просто не могу понять. Райдер, я тут думаю о нашей пробежке по кораблю Архонта. Предупреждаю, если ты снова умрешь, я пожалуюсь в службу кадров. Скажи, ты меня нарочно мучаешь, хватит. Ладно. Так. Драк, давай поговорим. Странно как-то. Он, по идее, должен нас был простить, типа, там должен был быть разговор. Господи, что тебя так колбасит-то? Ужас-то какой. Так, в принципе, мы скоро и говорили. С остальными можно... А так, подожди, отжал тогда где? Чал, он внизу где-то. Окей, внизу. Сейчас. Так. Чал внизу. Где он может быть? Так, тут никого. Кора. Так, Лекси, ты что, не хочешь что-нибудь сказать еще? Yes.
Значит, не хочешь. Окей. Так, с тобой мы говорили. Ты что-то со мной не хочешь разговаривать. Понятно. До встречи, да? До встречи, так. А Джал тогда где? Он тогда где-то там, что ли? Внизу или вверху? Наверное, внизу. Вот он. Удалось достать детали? Да, хочется увидеть, чего вы с Гилом сможете добиться. Это очень талантлив. Если когда-то у нас и получится, многие из вас смогут ознакомиться с нашими историями в том виде, в котором они создавались. Года Тавата, трилогия Лула. Я уже почти плачу. И что теперь? По идее, наверное... What can I do for you, Pathfinder? Да блин, ты мой парень, чё ты со мной не целуешься? Stay strong, darling one. Так, ладно. Чё тут у нас? Кора, Лекси, Сэм. Ладно, пойдем наверх. Нам тут не жалуют. Ой, боже мой. Лифт, может ты это? А, он был наверху, понятно. Так. Так, а Гил, кстати? Гил-то... Блин, они перемещаются постоянно. Так, это Гил, да? Иди, Гил. Чё скажешь? Hey, Ryder. What's the story? Тоже ничего не хочешь, ну... Good talking to you, Gil. Тоже не... неплохо. Так, 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 так. В принципе, со всеми поговорили. Итак. Где 10? Опа. Мне интересно, все эти минералы, они вот куда попадают? Так, военные капсулы. Коммерческие капсулы. Поддержка комбо-модов, это что? Доминированные на рынке. Обширная торговая сеть дает инициативу доступ к лучшим производителям. А, пофигу, ладно. У нас почти это не развито. Более продвинутые маневры и стратегии делают Апекс еще более грозной силой. Ладно, пусть будет. Так. Там, если письмо сейчас не пришло, там, по идее... О, боже мой, не в ту сторону. Сейчас я все равно заканчиваю, потому что надо посмотреть, что он так тормозит. Возможно, у меня какой-то процесс висит. А давай мы это... А как их удалить, кстати, если даже удалить? А, там просто в архив можно. Допустим.
принципе, это все можно засунуть туда. Что? Сейчас. Охренеть, сколько у нас. Это надо сначала игры, наверное, надо было все это делать, чтобы оно не висело. Ладно, пусть осаде висит. Так, а Суви, ты ничего не хочешь сказать? Все нормально, ты ведь несколько секунд была в состоянии клинической смерти. Я даже не знала, что Сэм на такое способен. Наш способный. А модификации твоего отца хорошо сработали, правда? В общем, спасибо тебе, Сэм, за то, что ты спас жизнь Райдер. Пожалуйста, доктор Анвар. Анвар. Так. Ну, по сути, нам осталось только Пиби. И мы в следующей серии начнем это. Так, давайте посмотрим. Так, ладно, он сейчас навыками меня замучает, потому что... Правда, я реально не знаю, что мне делать с навыками, потому что... В технике я, если честно, ничего больше не хочу особо развивать, что мне и так нормально. Биотику можно поставить просто какие-то... Так вот сделать. Барьер. Я не знаю, как это будет работать. Уж то, что у меня биотики нету. Так таковой. Пиби. А Пиби сейчас мы не сможем, наверное, продвинуть, потому что она еще шестой ранг не приобрела. Поэтому сейчас задачи ввели. Союзники. Пиби. Вот так вот поставим. А в дополнительных у нас что? О, там тут просто шквал. Ладно, сохраняемся. Итак, с вами был Ами Шепард. До следующей серии. Всем пока. И я сохраняюсь еще разок. Чтоб не забыть, что я сохранилась. А, ладно, пока.